MacBook Air 13 дюйм, уже современный, 8-го поколения, i5, до 12 часов. Ну вот и цена примерно уже под 100 тысяч. Новая клавиатура классная, но смотрите, на максимум яркости ни черта не видно вообще, просто феноменально. Веб-камера хуже даже, чем на Air. Смотрите, она показывает реально хуже, чем на стареньком Air за 60. Как так? Вообще, смотрите, видно здесь даже зерно, видите, вот шумы и зерно. О боже, странно, очень странно. Не знаю, может, я что-то не понимаю. Приятно очень нажимать, быстродействие, это понятно, насколько. Touch ID здесь. О, вот сюда надо прикладывать палец, смотрите. И будет работать Touch ID. Вот он, Touch ID. Очень круто. Ну-ка. О, видите, вот он. Начал определять, но нет. Нет, отменить. Отменить. Safari, естественно. Непонятно, почему Safari не открывается на весь экран. Почему он вот так вот обрезается по краям. Ну, ладно. Зайдем в Яндекс. Великом Новгороде посмотрим новости. Но экран, я бы не сказал, что намного лучше, чем на старом Air, да? Старый, вот смотрите, старый даже просто тупо поярче. Ну как такое может быть? Вот старый за 60, он ярче, чем, я не знаю, может тут ночной режим какой-то, режим экономии я включен, ну яркость вообще ноль, и вообще желтые цвета, я не пойму, почему, может какая-то функция тут включена, что вообще происходит, что делать, непонятно. Но быстродействие, конечно, впечатляет. Смотрим карты. Картами приятно пользоваться. 3D. Вот Москва. И посмотрим сейчас Москву в 3D. Прорисована она здесь 3D. Нет, в 3D Москвы нет. Как и у Гугла, никто не хочет 3D Москву рисовать. Очень странно. Очень печально. Да, нету 3D. Яблочко на новых не горит. Экран стал действительно тонким, феноменально. Ну, он и был, в общем-то, не особо толстым. Но стал еще тоньше. Сам он стал, по сравнению со старым, ну, потоньше. Надеюсь, он видно. Ну, совсем не уж так уж и заметно. Не намного. Теперь колонки по бокам вот так располагаются.